Легкая промышленность – ведущая отрасль народного хозяйства Беларуси, которая связана со многими смежными отраслями и обслуживает весь хозяйственный комплекс страны. Без малого 5 десятков лет открытое акционерное общество «Пинское промышленно-торговое объединение Полесье» занимает одно из ведущих мест по выпуску верхней трикотажной одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи. Несмотря на трудности, предприятие имеет неплохие производственные показатели, позитивную динамику, перспективные проекты и планы развития. В этом большая заслуга руководства и всего коллектива предприятия. Творческий потенциал есть и желание присутствовать на рынке и приумножать свое пребывание не только на внутреннем рынке. И повышать узнаваемость нашего бренда, она есть в коллективе. Коллектив за последние годы сплотился, стал более уверенным. Несмотря на все перипетии и сложности, предприятие шагает в ногу с мировыми тенденциями, решает большие задачи по модернизации, реконструкции, совершенствованию существующих производств и созданию новых, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Мы уже более понимаем стратегически, что надо сегодня нашему покупателю, что надо сетевым каким-то магазинам Российской Федерации, не только сегодня вот делаем шаги на европейский рынок. Все равно надо его осваивать, так как все-таки диверсификация, мы понимаем, яйца надо ложить в разные корзины. И, конечно, главным действующим лицом всех начинаний и достижений остаются люди. Те, кто отдал предприятию не один год, и те, кто только переступает порог проходной Полесья. Самое главное, конечно, я хочу как руководитель пожелать, высказать для начала слова благодарности с теми людьми, которыми приходится сталкиваться каждый день, при исполнении той или иной задачи. Понятно, что есть трудности и сложности, но именно вот в такой команде, с таким настроением, верится, что у нас все получится. Шагая в ногу с мировыми тенденциями, перед предприятиями легкой промышленности стоят большие задачи и цели по модернизации, реконструкции, совершенствованию существующих производств и созданию новых, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Трудности были и будут. А именно когда есть люди, специалисты, желающие работать, то, как правило, есть итог. А успех, что такое успех? Это, наверное, именно упорство в достижении цели, в решении задач. А нашему коллективу, как никому, известно этот путь. И путь мы идем, наверное, с двойным и тройным упорством. Благодаря каждому из тех, кто трудится сегодня на хорошо известном пинчанам предприятии легкой промышленности, ставшем неотъемлемой частью производственного потенциала 920-летнего Пинска, не только пинчане, но и население областей и городов Беларуси имеет возможность приобретать качественную продукцию местного производства. Это предприятие, которое работает для людей, для жителей нашей страны, для жителей нашей Брестской любимой области, для жителей города Пинска. Каждый день, приходя на работу, мы стараемся создать такие модели, выпустить такую производственную программу в таких ассортиментных группах, чтобы наши жители были красивыми, чтобы им эта одежда нравилась, чтобы она им приносила удовольствие и настроение, и чтобы мы гордились тем продуктом, который выпускается на территории нашей страны. В этот июньский день свои поздравления шлет человек дела 2016, преданный и влюбленный в свою профессию и предприятие, которому посвятил жизнь генеральный директор открытого акционерного общества Полесье. Хочу поздравить от себя лично, от руководства открытого акционерного общества Полесье, от наблюдательного совета, от профсоюзного комитета нашего объединения, всех тружеников, работников нашего предприятия с праздником, с профессиональным праздником, Днем легкой промышленности. Конечно же, всем без исключения хочу пожелать оптимизма, здоровья, удачи, терпения, творческих мыслей, благополучия семейного. От всего сердца желаем и мы, всем труженикам предприятия, активной, плодотворной работы, новых творческих идей, надежных партнеров. Примите признательность за добросовестный труд и верность своему делу. Здоровья, счастья, удачи вам, вашим родным и близким.